Омские фехтовальщики-паралимпийцы выиграли Кубок мира. Как сообщает информпортал «Омск здесь», спортсмены привезли из Италии сразу 3 золотых медали. Соревнования проходили в городе Пиза. Золото взяли 3 спортсмена, представляющие Омскую область. Это Юлия Ефимова, Роман Федяев и Артур Юсупов. Они оказались сильнейшими в рапире и шпаге. Добавлю, что этим летом омичи завоевали именные лицензии на участие в 15-х летних паралимпийских играх в Бразилии. Но, к сожалению, принять участие в главных стартах 4-летия они не смогли из-за дисквалификации российской сборной.